Аппарат умеете пользоваться? Аппаратом? Да, вот этим. Нет. Давайте я вам покажу, как это делается. Бутылочка надевается примерно по сюда. Можете методом наливать, что ли? Да, от себя и вниз. Сами хотите попробовать? Вы уже показали мне, как вы можете. Держать лучше за горлышко, так удобно будет. От себя, теперь да. Ниже. Теперь от себя. Все. За крючочки оно закрепилось, да? Дверка закрывается сама, молоко подается автоматически после закрытия дверцы. Ее придавливать не нужно. Здесь всегда сможете увидеть дату, время розлива молока. То есть в любой момент можете сами прийти, посмотреть, когда молоко было розлито, налить и купить. Оплата на кассе. Молоко не подлежало никаким химическим обработкам, его только пастеризовали. Также молоко не содержит никаких порошков, красителей и примесей.